Привет, народ! Это чертова Зельда! Да, она здесь, как Евген и говорил. Он пытается серию раздеть. Что же у меня получилось? А что за записку вы на дверь переклеили? Это мне записка? Что надо купить? Молоко, сыр, яйца. Яйца подорожали. Можно без яиц, бабусь? Наверное, да. В общем, нам нужно прийти к этому озеру. Это Сям озеро? Нет, это озеро Зельва. Я уже думал, к озеру, где там умер, я туда не пойду. Нам нужно к озеру Зельва. Зачем? Нам нужно добыть секретный ингредиент. Те самые грибы, которые отравили... Как же его звали? А, точно, дедулю из деревни Облако. Если вы смотрели видео по Наруто, вы в курсе. Отправляемся на озеро. Как вы думаете, а мой конь прибежит, если его позвать? Барсик вас не слышит. Почему я не удивлен? Я не могу бросить Барсика, он там совсем один. Кстати, ставь лайк, если любишь Барсика, моего верного скакуна. Кстати, подписывайтесь на канал, также добавляйтесь в группу ВКонтакте, все ссылки в описании, еще есть Инстаграм, он охеренен, добавляйся. Я не туда прилетел, Барсик на этой башне. Ладно, пойдем туда. Хорошо, что он, кстати, на карте отмечен. Удобно. Что же, Барсик, ты где? Он внизу. Барсик, я иду к тебе! Может, вот все. Барсик, ты скучал? Малыш, я знаю, ты скучал. Хорош. Этому паршивцу абсолютно насрать на меня, понимаешь? Ему насрать, он просто взял и пернул ртом. Ему все равно на меня. Вот же пидорас, а. Ладно, нам нужно ехать в святилище, открыть дневник. К сожалению, все слишком очевидно. Мы просто едем в святилище. Смотрите, я привел своего хорса в деревню. Барсик, ты рад? Ты рад, что мы приехали в деревню? Здесь... Нет, я не рад. Господи, этому коню не угодишь. Ладно, я пригнал его в деревню. То есть, все это время мог вообще за ним не идти. Пойду пешком. Как поле? Хорошо пашется. Это Иисус! Господи, Джисус, что ты тут делаешь? А, путешественник. Я Рид, староста Хатену. Тихо у нас деревушка, а? Ну... Да, очень тихо. Да, раны и сены великим бедствием почти затянулись. Еда у нас теперь вдоволь. Оставайся сколько угодно. Какие гостеприимные люди. Ладно, мы почти с вами пришли. На самом деле, конь действительно был просто не нужен. То есть, это находится буквально вот за деревней. Вышли из деревни, все. Вот оно. И да, но у меня на спине вилы. У меня на спине вилы. Потому что еще сам Геральт в первой части дрался с вилой. Ведьмак один. Мне, кстати, в годе бесплатно дали Ведьмака один. Не знаю почему, просто потому что я няшка. Паса, а чем мне делать? Ударить, может? Леди! Что делать? Может мне залезть на нее? Наверное, надо залезть. А, да, точно, с этим тропа. Полезли! Вверх! Может, я что-то делаю неправильно? Видимо, да. Вниз. Постой, ну что не так? Что тебя не устраивает? Да, точно, нужно факел поджечь. Факел выбран. Достаем. Ура! Теперь я олимпиец, я несу олимпийский огонь. А, кстати, да, и можно зажечь фонарь. Я несу олимпийский огонь. Постой, почему оно до сих пор горит? Что я сделал не так? Шел я, шел по лесу, факел потух, дождь пошел, а меч я нашел. Ржавый меч! Стой, у меня нет места? Печально. Я должен переждать дождь. Яблоки, что ли, пока пособирать? Раз яблоко. Два яблока. Я буду нести этот знак того, что я голубой с гордостью. Осталось только... Правда... Точка не меняется, меня это напрягает, что как бы точка все указывает то же место. Как я понимаю, до университета надо тащить. Постой, эту женщину смущает то, что я несу огонь. Давайте поговорим с ней. О, синий огонь, давно я его не видел. Интересно, как там бабуля Пура поживает, не заболела ли? Слушай, а как тебе местные красотки? Вот у нас гостиница Дунфэн, а в ней Прима работает. Вот она настоящая красавица, хотя Пура в молодости, наверное, тоже ничего была. А то, что я вечно молодая, парень, тебе ни о чем не говорит? Нет, ты можешь за ней приударить. То есть, почему бы и нет? Чё-то один Мэнни думает совершенно не о том. Мне насрать на твою гостиницу, я несу огонь. Это практически паломничество.
Я думаю, что зажечь нужно тебя. Или не тебе. В любом случае, давайте засейвимся, потому что я боюсь, что все может плохо кончиться, и мне придется бежать за огнем снова. Да, черт возьми, тебя надо было зажечь. Зажег. Хатенский институт теперь доступен как точка перемещения. Ура! Ну вот что-то хорошо. Дорога к Зельде. Давай, как я понимаю, нужно зайти внутрь и отчитаться. Ну что, прокачайте мне мой камень Шилька. Доброе утро. Линк, спасибо, взгляни туда. Терминал заработал, техника у нас очень надежная, прям как было в СССР. Хи-хи, мой милый терминальчик, как же я по тебе соскучилась. Теперь мы можем активировать базовые руны камня Шилька. Для этого тебе нужно громко сказать «Щелк!» Не стесняйся. «Щелк!» Вот так. Чиним камень Шилька. Терминал разблокирован. Начинаем. Погнали, чуваки, чиним камень Шилька! Хотя мы не чиним, мы скорее просто загружаем на этот камень информацию. Флешка принята, фотоаппарат, Атлас Хайрула, альбом отсутствует. Восстановление запущено. Атлас Хайрула — это то, что надо. ХЗ как ему не поможет, но пусть будет. То есть любая помощь хороша. Кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап, давай немножко еще и... Опа-на, готово! Отлично! Отлично, у нас теперь доступна недостающая руна. Фотоаппарат снимает окружающую действительность. Снимки сохраняются в альбоме. Если что-то снято впервые, снимок автоматически добавится в Атлас Хайрула. А, то есть можем фотографировать каких-то... Ух ты. То есть это... Это что? А, это свободные слоты. 24 кадра. Фауна. Восстановление завершено. То есть теперь у нас есть функция фотографии всего подряд. И мы будем получать инфо по тому, что фоткаем. Ну отлично, прям современная жизнь. Готово, теперь все должно работать. Посмотрим, посмотрим. Фотоаппарат Атлас Хайрула, альбом прекрасно. Теперь у меня к тебе есть еще одна просьба. А, пробуй фотик, сфотографируй меня и покажи, что получится. Ладно, хорошо, я что-то запамятовал. Сумка, как мне активировать фотик? А, вот так, окей, Атлас Хайрула, как все-таки активировать? А, вот так активировать, окей. А, да, о, как обычная руна, что же, о чем же я думал? Вот так, постой, не то, вот она. Сейчас проверим, сделать селфи, кстати, тоже можно. Что же, инновации не обошли Nintendo. Ура! Теперь не только Watch Dogs можно делать селфи. Я тебя сфоткал. Привет. Ну что, как фотоаппарат? Ты меня сфотографировал? Покажи фотку. Фоточку? Ну, фотографию. То есть, ни разу не слышал, что ли. Это то, что получается, если снимешь что-то на фотоаппарат. Советую фотографировать все подряд. Твои фотошедевры будут сохраняться в альбоме. Кстати, снимки животных, растений и всего такого будут автоматически добавляться в Атлас Хайрула. Ну, я тебя вроде сфоткал. Постой, а это что-то еще надо? Привет. Ну, мне нужно время. Я еще не разобрался, как это работает. Я тебя фоткаю, я не понимаю, в чем проблема? Может, надо прям вплотную? Или он как-то должен захватить ее? Я не уверен, как это работает. Ну, давайте вот так прям вплотную сфоткаем. Да, сохранить. То есть, как я должен ее фоткать, чтобы это... Может, ее полностью надо вот так может быть? Давайте еще фоточка. Готово. Но если теперь она будет недовольна, я не знаю, как ее фотографировать. Ну все, нормально ведь, сделал. Щелк! Ну что, как фотоаппарат? Ты меня сфотографируешь? Покажи фотоаппарат. Да, сфотографируй. Показывай скорее. Держи целых 3 фотки. А, кто это, милашка? Это ты. А, это я? Извини, к такому я бы не была готова. Смотри-ка, в альбоме есть не только красавица я, но и несколько старых фотографий. Вообще-то фотоаппаратом часто пользовалась Зельда. Слушай, Лин, ты же рыцарь-защитник принцессы, значит, был с ней во всех местах на этих снимках. Ах да, ты же ничего не помнишь. Ну, возможно, эти снимки помогут тебе вспомнить, тебе нужно поговорить с Импой. Она знает Зельду лучше, чем я. А, у меня есть для тебя еще одно задание. Займись им, когда поговоришь с Импой. Суть в следующем. Мне нужны древние детали, если найдешь что-нибудь не семье. Хотя Робби и в Акальском институте они тоже очень пригодились бы. Если принесешь нам древние детали, мы сделаем для тебя кое-что хорошее. Действуй! А где мне искать древние детали? Мисс? Я сфотографировал Пуру.
есть какие-то старые симпи, сетл сходить в Кокорико и поговорить с импой. Ну окей, значит, в Кокорико идем, да, чуваки? Четыре чудовища, Кокорико. Теперь у нас практически два задания, которые ведут нас в Кокорико. Полезные апгрейды. Пура сказал, что профессор Робби из примет любые древние детали. То есть она тоже примет древние детали. Окей, в принципе, значит, без разницы, кто примет мои древние детали. Пожалуйста, уберите это, руна. Я хочу заглянуть фотоальбом. Старые снимки. Вот они. Это старые снимки. Вопрос в том, где это? Я не уверен, где это. А, какое святилище? Тоже что-то на юге. На горе. О, это замок Хайрула. Это мост и дерево. Это замок Хайрула, да, это интересная башня. Я уверен, что те, кто играл в Старые Зельды, наверняка увидят здесь отсылки. К сожалению, Евген их не видит. Профессор Робби, окей, окей, окей. Куда мы с вами сейчас отправляемся? Пожалуйста, можно убрать атлас, я хочу карту. Где наш следующий пункт назначения? Пока что это Кокорико. Дорога к Зельде. А как мне телепортироваться, если это вообще возможно? То есть я не могу телепортироваться? Да, точно! Телепортироваться, ну, так просто нельзя. Вот как и Хатена. Я не могу просто взять и оказаться там. То есть, это не очень хорошо. Самое близкое это водный путь. Так что идем туда. Так черт возьми, а где я возьму свою лошадь? Марсик. Время поймать нового хорса. Кис, 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 кис. Иди сюда, лошадка. Лошадка-коровка, иди сюда. Я держу тебя, хорс! Хороший, хороший хорс! Хороший хорс! Хороший хорс! Давай, поехали, хорс! Хорс! Да, любовь, любовь! Нет, нет, не брыкайся! Не брыкайся! Поехали! Еще быстрее! Поехали, поехали! Не упирайся, плохая лошадь! Не упирайся! Я люблю тебя, не упирайся! Не упирайся! Мы едем на регистрацию, мы с тобой зарегистрируем наше отношение, тормози! Официально. Нет, нет, все. Окей, вот эту лошадь я хочу официально зарегистрировать, что это мое. Да, я поймал, да, хочу зарегистрировать очень сильно. По-моему, идеальное имя для лошади. Давай, пимп, поехали. Поехали, пимп, вперед, пимп. Кстати, он не такой выносливый. Интересно, где тут еще башню можно найти, чтобы и эту местность открыть? Потому что меня напрягает, что она не открыта. Парень, у меня для тебя кое-что есть. Для оружия, да, забираю два... не, я передумал, я хочу что-то другое. Дайте подумать, мне нужно... я не знаю, что для щитов, лук, стрелы для оружия. Ладно, пусть будет для оружия, оружия много не бывает. Да, забирай, пожалуйста. У меня как раз где-то в кармане в трусов лизало. А, точно, у меня одно. Извини. Смотрите, что я нашел в Кокорико. Посмотрим, что интересного есть в этом святилище. Ну и хорошая точка телепортации у нас как минимум уже есть. Интересно, а что наверху горы? То есть, может быть, там башня. Хороший вид, там замок. А там, кстати, за кустами еще святилище нашел. Это не кусты, это деревья, я перепутал. И... ладно, башни все равно нет. Постойте, а это... не святилище. Что это? Это безопасно наступать? Что это такое? Что это? Вось? Эй! Юноша! Прошу, выслушай! Постой, я не уверен, что это безопасно. Ладно, слушаю. Я большая фея Катерра. Некогда это место было прекрасным родником. Но со временем мне стали приносить все меньше рупий, и я потеряла свою силу. Теперь я беспомощна. Пойди мне хотя бы небольшой суммы. Мне нужно лишь 100 рупий. Но, приобретя свои силы, я смогла бы тебе помочь. Есть ли у тебя деньги? Давай скорее. С тебя 100 рупий. Ребят, мне кажется, меня сейчас пытаются ограбить. Как вы думаете, если у вас рука в дорогом браслете выходит к вам из огромного кактуса, что это может быть? По-моему, это цыганское ограбление. Сейчас я вернусь, и моего коня тоже не будет. Пимпу угонят. И отведут к Биг Боссу. Ай, ладно, бери. Мне интересно просто посмотреть. Черт возьми, меня ограбили. Спасибо, ты меня очень выручил. Ах, моя сила. Она возвращается.
Черт, может быть, я зря это сделал? Господи, что я открыл? Может, там реально что-то хорошее? Ну, она не выглядит особо угрожающе, если честно. То есть, я не жалею. Нет, я сделал доброе дело, я рад. Прекрасное ощущение. Давно не дышала свежим воздухом. Все-таки меня не ограбили. Ладно, это уже хорошо. Благодаря тебе ко мне вернулась сила. Спасибо. Кажется, тебя отблагодарить. Придумала. Я помогу улучшить твои вещи, причем совершенно бесплатно. Для улучшения нужны только определенные материалы. Ну что, попробуем? Почему нет? Да, я только за. Кажется, у тебя нет вещей, которые я могла бы улучшить. Хочешь проверить? Давай посмотрим. Старая, что ж, смотри, если выберешь вещь, я объясню, почему не могу ее улучшить. А, понятно, здесь рог гоблина нам не хватает, надо больше рогов набрать, а это невозможно. Я продавал просто их. Ну ладно, нет так нет. Я вернусь к тебе, потом уходишь, я снова остаюсь одна. До встречи. Пока-пока! Ну, то есть, я бы не сказал, что это было плохое знакомство. О, это Лума из Реймана. А если его сбить? Нет, ладно. Он совсем интим. Пойдем уже в святилище. Ладно, здесь мне не нужно контроллером ничего балансировать. Меня это уже радует, потому что я не дружу с балансом, ребят. Ох, что в этом сундуке? Щит духовного ока. Отлично, в сумке нет места. Что же в этом сундуке? Восьмеричный клинок. Черт возьми, да... Так, надоелись, нет места. Мне нужен рюкзак побольше. Что это за каста? О, здорово. А вот зачем мне дали крутое оружие, потому что теперь я буду драться с крутой тварью. Прыжок в бок позволит тебе избежать вражеской атаки и даст возможность провести контратаку. Окей. Прыжок в бок, держать я. Окей, понял, все, идите в бок и. Да, понял. Так ты работает. Постой, щит у меня и так стоит лучше. Давайте опробуем наш меч. Не поняли. По-моему, все равно. Или мне кажется. У него даже хелбара нет. Или я просто должен уворачиваться от его ударов? Жог в бок. Ой, ладно, хорошо. Не знаю почему. Я все правильно сделал или это не то? Выполни в сальто назад, ты избежишь атаки врага и сможешь провести контратаку. А, все это время я все делал неправильно и должен был просто проходить обучение. Ладно, с сальто назад у меня проблем не было. Стой, мне нужно новое оружие. Град ударов, давай! Отлично. Жалко, потому что хороший меч мы похерили. Если отобьешь щитом атаку врага, точно вовремя. Враг замешкается, и ты сможешь контратаковать. И как это делать? Отразить удар. Окей, выставить щит. Ну-ка. Я все правильно сделал? Нет? Накопив силу, ты сможешь выполнить усиленную удар. Постараюсь зацепить им как можно больше врагов. И как это делать? Усиленная атака. Господи, гребаная обучалка. Ура, это победа! Страж-меч. Отлично, я доволен, отличный меч. Ну черт возьми, я не ожидал увидеть обучалку в подземелье. Да я владел всеми приемами, проходи. Серьезно? Это все, что от меня требовалось? Просто пройти обучение? И за это я получу... А, то есть, наверное, в это святилище нужно было попасть в первую очередь, а уже потом вот в другие. Древний вал, древний винт. Я уверен, что кто-то эти древние штучки сможет присобачить куда-нибудь. Ладно, открываем этот шундук и посмотрим, что там. Опал. Что такое опал? Красивый хайрульский минерал. Сложный игрой. А, окей, понял. Это минерал.
И мы берем самое дорогое, что здесь есть. Смогли, чуваки. Это было простое святилище. Черт возьми, оно мне понравилось. Ура, я взял сферу духа. У меня их теперь целых... две штуки. Пони Экспресс. Прямо к дому. Что же, открывай врата, матушка. Я пришел. Импа, я здесь. Я выполнил твое задание. Слышала, Пура заставила тебя побегать, но ты справился с ее поручением. Это было легко. Откуда вы все это знаете? Я один, что ли, не знаю ваших тайных каналов? Ну-ка, покажи. Просто у меня такое ощущение, что им все дается легко, а мне нет. Да. А, это должно быть фотографии, которые сделала принцесса Зельда 100 лет назад. Когда Хайрул еще не был похож на разруху. Импа такая, да. Возможно, если найдешь места с фотографией, ты что-нибудь вспомнишь. Навести меня, как побываешь, хотя бы в одном из этих мест. У меня для тебя кое-что есть. Фотографии на память. Новая цель. Вопрос в том, где мне их искать? Потому что я не совсем уверен. Тот момент, когда тебе дали задание... Это уже классическое зелье. Тебе дали задание, ищи их сам. В моем альбоме 12 фотографий, которые оставила принцесса Зельда. Если я найду запечатленные на их места, то, быть может, ко мне вернутся воспоминания о ней. И что же основные знания? У меня есть еще другие, 4 чудовища, например. Или... Ладно, давайте попробуем выполнить задание 4 чудовища, а там по дороге выполним и что-то еще. 4 чудовища, это далеко. Еще дальше. Мне кажется, сейчас самый простой вариант ехать сюда. Да, именно вот сюда. Вот сюда. Давайте туда и отправимся. Парень, я о чем задумался, что у тебя такое? О, привет, ты тоже путешествуешь? Я странствующий художник, ищу живописные виды для своих картин. Скажу тебе кое-что по секрету. Где-то рядом с деревней есть родник большой феи, я обязан его увидеть. Говорят, он не только очень красивый, но и обладает удивительной силой. Кстати, да, мы там были. Я примерно знаю, где он должен быть, но пока не нашел. Тебя как путешественник наверняка знакомо чувство, как оказываешься в невероятно красивом месте. Да, знакомо. Особенно, когда сзади тебя невероятно красивый петух. Так и знал, как тебя увидел, сразу понял, что ты умеешь ценить красоту природы. Я знаю, что родник большой феи поблизости, но пока не выяснил, где именно. Хотя есть одно подозрительное место, например, кактус. Пойдем вместе, а? Да, было бы здорово. Другого ответа я от тебя не ждал. Иди за мной. Давайте, родник большой феи, пошли. Примечательно то, что Линк ничего не сказал, хотя он знает, где это находится. Это мой новый друг! Мы что, пришли с тобой? Все, больше не могу. Устал. Иди без меня. Родник большой феи должен быть там, за святилищем. Так мне сказали. Ох, в боку колет. Отдохну немного. Если найдешь родник, не забудь запечатлеть его на картине. А, сфоткать его. Окей, без проблем. Щик и готово. Щик и голова не болит. Ладно, пора отнести ему результат. Что же, это не было трудно. Я очень боюсь, что он разорит этот родник. То есть, почему-то насчет этого деда у меня плохие предчувствия. Надеюсь, что он на самом деле всего лишь путешественник. А то... Привет, дедуль. Окутанный тайный родник большой феи. Как мне хотелось хоть раз увидеть. Я его нашел. Нашел, понятно. Что, правда? А картинка есть. Показывай скорее. Да, смотри, вот. Вот он, я его сфоткал. Это и есть родник большой феи. Он, конечно, красивый, но я его себе иначе представлял. Более изящным и загадочным, что ли. То есть ты недоволен? Спасибо, что показал. Хочу тебя отблагодарить, но у меня ничего нет. Придумал. Может быть, ты тоже ищешь какое-то особое место? Тогда спроси меня, я Хайрул знаю, как свои под 5 пальцев. Да, вот он нам и поможет. Блин, это так круто, то есть чисто сюжетно это очень круто. Ну, например, это большие ворота, а за ним заснеженная гора. Я знаю это место. Гора Лайнейру, она к востоку от деревни, огромная, покрытая снегом. Ворот находится у подножия горы Лайнейр, в западной части снежной лощины Нейдры. Хорошо, что узнал это место. Надеюсь, это поможет тебе его найти. Нет каких проблем, деду. Видите, не зря я взял этот квест. То есть я думал, это все просто так. А, блин, это даже основное задание. То есть все было намного глубже, чем я ожидал. Нет, серьезно. То есть это очень глубокое планирование. То есть тебе же никто не говорит, что если ты выполнишь этот квест, это тебе поможет. Ты можешь сам пойти искать всякие места. То есть, понимаете, в этом прикол. Потому что тебе никто ничего не навязывает. Ты сам решаешь, как тебе поступить.
Окей, фотографии на память. Показать мне цель. А, постой, а показать цель как? Сумка, дневник, система. Карту хочу, давай карту сюда. Где это находится? Постой, нет, по-моему, пока что все по-прежнему. Фотографии на память. Пока что все по-прежнему. Я думал, ну на карте отметится. А, гора Лайнейру. Кстати, да, это же вариант. Мы могли бы отправиться к горе Снежная лощина Нейдер. Да, могли бы отправиться куда-то сюда, где он сказал. Вопрос в том, где именно находится. Это может быть здесь? Может быть, кстати, действительно здесь? Давайте попробуем отправиться сюда. Постойте, что творится? Что происходит? Красная луна? Линк! Что творится? Будь осторожен! Наступила кроволуние! Черт, я не был к этому готов! Чары Ганоны теперь особенно сильны! Души монстров, витавшие над землей, вернулись в свои тела! А, то есть те, кого я победил, даже больше вернулись к жизни. Это не очень хорошо. Кровалуния не закончилась, сделана вообще. Нет, луна там затянута облаками. Что же, нам теперь пора отправляться куда-то сюда, в горы, чтобы искать то, что надо найти. Давайте с ней поговорим, раз метка ведет на нее. 10 тысяч лет назад. Хорошо. Так как ты ничего не помнишь, я расскажу тебе все еще раз. А, постой, мы же это смотрели, нет? Про 10 тысяч лет назад. История королевского рода. Да, это было. Это было. Я не очень уверен, но может, если я поскочу вот так, то куда-то выйду. Но опять же, я не уверен, может быть, надо ехать через верх. Давайте попробуем. Или мы здесь уже ехали? То есть, раньше мы выезжали где-то с юга. Я хочу попробовать выехать с севера и поехать вот так. И, может быть, тогда я приеду к горе. Ну, в любом случае, поехали. Давайте посмотрим, куда нас приведет сия дорога. Черт, эта дорога ведет в никуда. Там замок. Нет, там есть башни, конечно, это круто, но это не совсем то, что там надо. Может, если я поеду так, я смогу выехать между этих каньонов и попасть сюда, потом сюда, или... Или, может, я выйду к воде и поскочу здесь? Кстати, да, скорее всего, вот это и есть те самые ворота. Я, наверное, далеко себя отметил. То есть, ну, черт возьми, это похоже на ворота, правда, ребят? Правда. Давайте пометим ворота здесь. Да, вот, скорее всего, это те самые засранцы, которые нам нужны. Что это? Куда я при... Стоять, фу, стой. Что это? Это я не знаю, что это. Как будто сюда можно шарик вставить. Или что-то типа того. А, вставить шарик. Мы не проходили ничего подобного, нет? Я не уверен. Парень, у тебя что, проблемы? Да, господи, я смог выехать в этот каньон. Это было очень трудно. Я не знаю, правда, сможем ли мы проскакать тут, но ничего, время покажет. Вот назад, ночью я шел по дороге недалеко отсюда. Вдруг стало светло, как днем. Я поднял голову и увидел в небе яркий свет, от удивления я встал как вкопанный. В следующий миг меня окружил ослепительный свет, и я очнулся уже дома в своей кровати. Такие истории обычно рассказывают люди, которые носят шапочки из фольги. Ну как тебе? В смысле? Недавно я услышал, что меня кто-то зовет. Я открыл глаза, лежал на чем-то твердом, совершенно один, в странной пещере. Краем глаза заметил необычное светящееся устройство. Я подошел и прикоснулся к нему. Оно показалось мне знакомым. Когда я пришел в себя, то был уже здесь. Ну как тебе? Это же про... Точно, это про тебя. Сейчас ты умрешь. А, черт, Азия, это опять эти засранцы. Они на каждой чертовой дороге находятся. Так, чуваки. Нам нужно... Хотя нет, серп... А, вот точно, вот что. Получай! Орудие пролетариата будет жить! Постой, то оно будет жить после того, как покушает. Нет, не то. Тоже не то. Пойдет.
Эта броня пойдет, ладно. Все, пока лучше ничего не придумали. Получай, засранец. О, а что с тебя выпало сегодня? У, жуткий серп, мое любимое. И клинковый банан. Сделаю из ее фруктовое ассорти. Отлично, спасибо за деньги и вообще за все. Молодец. Добрый молодец, спасибо. Хотелось бы мне, чтобы за мной каждый день так охотились. И скидывали мне бабосы. Постой, это те, брата, по-моему, не... Этот конь просто не управляем. Барсик был намного лучше пимпа. Барсик был намного лучше. Как я понимаю, это еще не те ворота. Те ворота будут дальше. Должны быть дальше. И да, там можно проехать. Прикольно, давайте покатаемся. Правда, судя по карте, там, по-моему, где-то сломанный, сломан мост. Еще разберемся. Да едем. Разберемся. Я думаю, надо ехать дальше. Может быть, мне свериться с фоточками. Не то альбом. Мне нужно найти, да, что-то похожее на это. Не похоже. Ладно, думаю, надо проехать дальше. Вперед, вперед, вперед! Променад Ланейр. А здесь поскакать можно? Да, кстати, можно. Его немножко затопило, но, в принципе, проехать здесь до сих пор можно. Ух, слава. Ладно, поехали дальше. Нам осталось немного. Интересно, они спрыгнут на меня сверху? Давайте узнаем. Поехали. Они спрыгнут сверху? Чего не спрыгнули? Еще засада. Еще засада везде. Я думаю, это оно. Я думаю, это те врата. Смотрите, как похоже. Да, это те врата. Определенно. Давай быстрее, быстрее. Хочу. Черт, тебя, ну что ты врезаешься? Все, тупая кляча. Давай, пим. Вперед, пим. Пимпо. Пимпо, го. Го, пимпо. Платва была настолько лучше. Черт, озион. Я пешком дойду, нафиг, пимп, бесполезная кляча. Я ухожу, пимп, дальше ты сам по себе. Господи, давай, беги, догони меня. Поймайся. Надеюсь, он не съест пимпа, пока меня нет. Вроде он на него не реагирует. Так, это определенно, ну тут облачно, но это определенно те, брата. Да, это определенно те, брата. Вспомните. Приятно, что тут есть метка, то есть это ultimate подсказка. Ну давай, Линк, вспоминай. Что же тут такое было? Да, это оно. Давай, Линк, давай. Что же это? Что же вы сделали здесь, сильный? Что же здесь было? Вот что. Страшная правда открывается именно сейчас. Вы мило гуляли, вот что вы делали. И это, как я понимаю, наши друзья. Ну, как все прошло, принцесса? Вы обрели священную силу. Что это за петух? Я так понимаю, что ничего не получилось. Простите меня. Послушай, не вини себя. Твои усилия ценны сами по себе. К тому же, это еще абсолютно ничего не значит. Думаю, твою силу пробудет что-то другое. И это может произойти внезапно. В любой момент. Благодарю, Урбоза. Принцесса, я... Как бы это вам все объяснить? Я вот все думала о том, что происходит, когда использую свои целительские способности. И кажется, я наконец поняла. Внутри меня как бы... Начало его нападения. Вот оно.
волнуйтесь, мы с ним разберемся, обещаю вам. Нет. Слушайте меня, собираемся каждый в свое чудище и готовимся атаковать Ганнона. Когда Линк вступит с ним в бой, мы выстрелим все разом. И что же могло пойти не так? Бегом в замок Хайрул. Можешь на нас положиться. Покажи этому Ганнону, где раки зимуют. Что же пошло не так? Зельда, послушай. Тебе нужно уходить отсюда. Нет. Я не оставлю вас одних. Пусть я и не могу ничем помочь. И все же, позвольте мне остаться. Вот оно. Почему хотелось вернуть старый классический костюм, Линк, если честно? Фотографии на память. Мне осталось найти 11 мест. Пожалуйста, стоит сходить к Импи в деревню Кокорико. Ну что же, мы нашли место номер еще одно. К сожалению, конь остался здесь. И черт возьми, как же я не хочу за ним возвращаться. Может быть, там за воротами есть какая-то точка телепортации? Ну, вы знаете, святилище, которое Евген бы смог открыть. Ох, сколько же кучу перца я собрал. Давайте посмотрим. Тут что-то, не знаю. Пока вроде ничего такого. То есть просто заснеженные горы и горы. Озеро очищения. Ух ты. Озеро очищения. Ну давайте вообще посмотрим, что тут есть. Может быть, все-таки есть святилище? Может, я пробегусь и найду что-то? Снежная лощина Нейта. Может быть. Вообще, по идее, я очень хотел на пик пробуждения подняться, учитывая, что здесь что-то блестит. Но я даже не знаю. То есть это выглядит как очень опасный путь. Мне хочется таранить осел. Что там за тварь огромная просто находится? Посмотрите, увидите ее. Она следит за мной, она крутится за мной. Это кентавр какой, господи, это какой-то здоровый кентавр. Блин, тут прикольно, конечно. И поля красивые. Правда, прохладно самую малость. С гор дует холодный ветер. А так, очень даже симпатично. Я не нашел святилище, но я нашел это. То есть... Никого больше рядом нет. Это, как я понимаю, большой босс, типа, как секретный босс из Dark Souls. Как вы думаете, с ним стоит сейчас драться? Может, не надо? Я думаю, пока нет. А, все, она мне уже что-то дает. Туника воина, черт возьми, круто. Как давно эта одежда сжал Стасич Лис заслуженным уважения королевского дома Хайрула. Надев ее, можно видеть силу монстров. Это твоя туника. Я хранил ее по просьбе принцессы. Ее шили специально для тебя, когда ты был выбран воином. Береги. То есть, как я понимаю, мне постепенно будут возвращать мои вещи, которые принцесса ставила мне на хранение, но которые мне почему-то не отдают, так как... Я не знаю, так как... Я, видимо, не заслужил. Черт возьми, спасибо за тунику. Я, пожалуй, пойду на новое место. Не, можно я сменю... Сменю цель, как бы у нас сейчас другая цель. 4 чудовища, что же. Нам с вами нужно, я думаю, лучше все отправиться на ближайшую точку. Как бы, игра в принципе поддерживает логику очень сильно. То есть, то что логично, то правильно. И сейчас мы это сделаем. Цель нашей миссии находится где-то там, за горой. Мы ее не видим вообще. Зато мы видим святилище. И я вижу перед собой кучу воды. И замок Хайрул, который в плохом состоянии. Интересно, где там принцесса дерется? Вот в чем вопрос. Ладно. Как думаете, на ту скалу парировать? Планировать? Лететь? Или же вниз? Давайте. Пошел вниз, Линк! Давай, Линкуха! Полетели! Постой. А, вон оно. Что-то надо направлять. Вон оно куда. Вон там башня имеется. И как я понимаю, там наверху на горе находится наша цель. Что же, давайте для начала полетим к святилищу, а там дальше сейчас разберемся, куда лететь. Может быть, там здесь спуститься? Похоже на разрушенный дом, колодец. Может быть, тут кто-то живет. О, тут есть сундук. Отлично. Пришлось бросить, правда, и Пимпа, и Барсик. О, боевой меч. Круто. Сутьет, черт. Тут очень странная местность. При этом она более приятная, потому что я хотя бы вижу, куда мне надо идти. То есть, наша цель находится где-то... там. Да. Почему метки с карты исчезли? А, нет, она просто далеко. Где-то на другой стороне этой области, очень большой,
То есть, да, и отсюда можно, кстати, будет пойти сюда. А потом можно от центра карты уже потащиться вот в эти две области. И тут есть башня, мы сможем открыть территорию. А пока что пойдем к святилищу. И там какие-то твари. Давайте с ними подеремся, с моим новым мечом. И щитом. Да, да, это я. Черт, я ни хрена. Подвалило быстро. Но мы быстро справились с этой тварью. То есть, нет, все честно. Рог Заврофоса. Окей. Рог Дихлофоса и Кога Дихлофоса. Поехали. Следующий. Здорово, засранец. Кстати, даже я ему даже блок не поставил. То есть, да, я его не законтрил. Завра копье. Пригодится. Черт возьми. Как всегда, места не хватает, а самое ценное. Коготь возьму, это тоже возьму. Надо качать наши сумки для оружия. А что же ожидает меня внутри святилища? Потом в любом случае придется телепортироваться и скачать эти очки, вкачивать их. Я себе... Не знаю даже что, может быть, здоровье, да, на здоровье. Выносливость подождет. Видите это? Эту тарелочку. Вы знаете, что это? О, это мои любимые шары. Самое время покатать мои любимые шары. Только какого черта где их брать? Я не вижу. Я не понимаю. Вот здесь есть проход. И как я должен с ним что-ли пойти? Может, мне надо попрыгать по этим штукам? Может быть. Здесь мини-шары. И бьются внизу. Есть какие-то странные блоки. Есть свет. Что ты хочешь от меня, игра? Ты можешь выражаться понятнее? У меня идея. Смотрите, я придумал. Может быть... Черт, то есть это не работает? Постой, серьезно? То есть я хотел мячики подобрать, а тут можно целую миску? А, прикол в том, что я могу в эту миску набрать вот этих шаров. Окей. Кстати, теперь мы можем взять все и сразу. Вниз. Ко мне. Да, да, вверх. Вверх, как их поднять? А, вон они. А, нет, я тут вывалился, сука! Извините, я не хотел. Пожалуйста, можешь... Блин, когда мне надо, чтобы они вывалились, они не хотят. А, то есть одного шара хватит. Окей, я понял. То есть одного шара пока достаточно. Ладно, хорошо. Хорошо, я зря паниковал. Что ж, покатили? Где тут... О, еще шар. То есть мне не нужны все три шара? Это все упрощает. А нафига надо три шара? Я... Ладно, может быть, сбоку? Как можно? Еще и камера что-то сходит с ума. А как мне? Может, там лунка где-то есть, а? Что-то можно закатывать? Дайте я проверю, сбоку можно? А, черт возьми. Ну, так можно, но это не совсем то. Может, давайте я пока отпущу ее, потому что камеру полностью управлять не могу. В таком положении. Может быть, мне нужно... Собрать все шары и надавить на эту кнопку? Только как я это узнаю? Хотя, ну как, опытным путем, конечно. Да, скорее всего, это так. Мне нужно надавить на эту огромную кнопку. На эту чертову огроменную кнопку. Только прикол в том, что все шары плавают. И вопрос в том, как мне это сделать. Это, кстати, последняя штука. И после нее все уже. Серьезно, как мне надавить на кнопку? То есть собрать шары, но эти шары не плавают. То есть их никак нельзя погрузить под воду. Может быть, я должен вычерпать их? А, всего-то нужно было кинуть вазу об блок внизу. Ее просто нужно было поднять в воздух и кинуть. Единственная проблема, что там мячик должен закатиться, и все мячики наверху, потому что кто-то их сюда затащил, потому что кто-то подумал, что так будет лучше. Кто-то сильно ошибался. То есть вы понимаете, о ком я говорю? Это Линк. Конечно же Линк. Линк думал, так будет лучше. Так, окей, вниз.
же один мячик нужен, насколько я помню, да. Опа! Что я сделал? По-моему, что-то не то. А, нет, мяч наверху. Так, все, что нужно, я сделал. Смотрите, магия. И magic is about to go on. И... Ура! Попадание! И загорелось голубым. Уровень воды опускается. И теперь мы видим... Кто мог подумать? Проход! Проход туда, вниз. Туда, куда нам нужно. Ну, Линк, те же не высоко. Нормально. Все, чуваки. На самом деле, не сложно. Просто кинетика. Я бы не сказал, что это было сложно. Просто вначале я и не подумал, что так можно. И начал ставить фигню и вычерпывать эти шары из воды. Ура! Сфера духа. У нас теперь их три. По-моему, нужна еще одна. Я не знаю. Наверное, еще одна нужна. Как минимум. Я сделал несколько новых пометок на визоре. Именно на ту башню и на то святилище вон там. Потому что, ну, как бы оно в шаговой доступности буквально. Вон там можно будет туда попасть. Это как будто Airbnb на метро. Типа, где метро? Шаговая доступность. Вон там. Там что-то есть. Давайте посмотрим, вообще, что это? Я не очень уверен. Это похоже на святилище? Если честно, это очень похоже на святилище, правда? Оно находится чуть дальше, чем я... Черт возьми. Оно находится довольно далеко. Я отметил вот это, и это явно не оно. Я... Да, оно находится далековато. Давайте пойдем туда, а потом отправимся на... ее плохо ви... А, вот она, башня. Окей, вот наши следующие цели. И там далее нас ждет задание. Всем огромное спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Всем пока. До скорого.